Добрый день. Позиция ирригатор для полости рта. Выпускается он вот такой вот упаковке и имеет вот такой внешний вид. Незаменимо для гигиены полости рта и промывания всех труднодоступных участков. Показан людям со слабыми дёснами, страдающими от кровоточивости, парадонтоза, имеющим коронки, мосты, брекеты. То есть путем нагнетания воздуха. То есть вот эта колба заполняется водой. И путем нагнетания давления образуется мощная струя воды, которая помывает труднодоступные участки. При необходимости промывания, чистки, ирригатор разбирается. Вот отсюда заполняется водой. Также очень просто собирается.